Сарти? Мисс, что вы будете делать на каникулах? Я поеду в Кару. Со своим парнем? Нет, Наоми. Ладно, наслаждайтесь каникулами, увидимся в следующей четверти. Берегите себя. О, Эмма. Это отправили тебе. А, да. Приятный молодой человек. Нет, нет, он просто друг брата. Красивый парень. Ты собираешься в поход? Нет, нет. Я собираюсь спать, спать и спать, и есть, и читать, и лениться. Именно в таком порядке. А рюкзаки? Брат одолжил другу для тропы Отер. Но спасибо тебе. Не благодари, желаю приятного отдыха. Да, спасибо, я обязательно отдохну как следует. Ладно, пока. Пока! Помоги-ка им. Пора выезжать.
Держите дистанцию, как обычно. И давайте без проебов. Поехали! Ты в порядке, Пит? Ага. Алло? Привет, папа. Можешь запускать секундомер? Есть. Я еще остановлюсь заправиться. Буду иметь в виду. Ты в порядке? В порядке. Сердце тоже в порядке? Почти. Мне его поколотить? Папа, даже не говори о таком. Ладно, ладно. Дай знать, когда надоест быть пацифисткой. Не смешно, папа. Увидимся днем. И не волнуйся за меня. Я не могу не беспокоиться. Будь начеку. Зло не дремлет. Ах, папа. Я тебя люблю. И я люблю тебя, папа. Здесь поверни. Так тут же путь длиннее. Поверни здесь. Ничего, Пит. Это твой первый раз. А на будущее всегда выбирай объездные пути. Я тебя люблю, Эмма. Отстань! Мы можем поговорить? Я по тебе скучаю. Нет, нам не о чем разговаривать. Ты знаешь, как я ненавижу насилие, и ты ударил того парня по лицу, кулаком. Он ударил меня первым. Я защищался. Я мужчина. Так устроен мой мир. Насилие ведет к насилию. Я хочу того, кто будет подставлять вторую щеку. Нежного и точка.
Черт. Твою мать! Черт! Остынь, тормози, я разберусь. А ты просто улыбайся. Пит! Да, да. Ни звука. Так-так-так, господа. Кто это тут у нас? Добрый день, капитан. Мы превысили? Документы. А, они у меня где-то здесь. Все хорошо, приятель? Права в бумажнике, Пит. А, да, черт, конечно. Ты че дрожишь-то? Отравился, капитан. Вчера мясными пирогами. Я не с тобой говорю. Че ты стоишь? Поехали. Остынь, брат. Так надо, когда встречаешь копов. Че делать будем? Я остановлюсь рядом с ними, отвлеку его. С ума сошел? Рот закрой. А в кузове что? Мы с кузеном переезжаем, мой капитан. Там просто барахло домашнее, и все. Я не твой капитан. Я говорю не с тобой, а с ним. Что-то ты напрягся, приятель. Говори, в чем дело. Сэр, мне плохо со вчерашнего. Кто в кузове? Извините, можно спросить? Минутку. Ты скажешь мне самому посмотреть? Слушай, мы опаздываем. Может, как-нибудь договоримся? Господа, вернитесь в машину. Доброе утро, мы только дорогу спросить. Стоять! Опусти ствол. Это ты опусти свой, пес. Не стреляй, Бас. Так, проблема мне ни к чему. Давайте все успокоимся. Опусти свой пистолет. Ладно. Опускаю. Баз. Джей, багажник открой. Слушайте, заберите машину. Заберите аккумулятор. Заткнись. Пожалуйста, клянусь, я ни слова не скажу. Возьмите машину, сожгите, делайте, что хотите. Ты какого хера? Буэлла, ремень. Времени мало. Свяжем и наденем мешок на голову. Поезжайте за нами в его машине. Побыстрее. Что ты с ним сделаешь? Увидишь. Ты собираешься ждать тут приезда остальных копов? Ладно, не волнуйся, это я во всем виноват. Почему? Не надо было доверять тебе ебучую работу. Прости меня. Ты знаешь, это мой первый раз. Я заглажу вину. Конечно.
Верни-ка здесь. И включи поворотник, чтобы остальным было видно. Привет, здоровяк. Что ты делаешь на дороге совсем один? Это может быть опасно. Пойдем. О, ты тяжелый. Проезжай! Быстрее, блядь! Давай, давай! Быстрей! Сколько можно, Джесси? В чем проблема на этот раз? Нет, 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 пожалуйста, нет! Джесси! Ну почему сейчас? Почему сейчас? Уже. Нет. Развяжи его. Мешок сними. Пит, да? Иди сюда. Пожалуйста, отпустите. Прошу. Уэлла, принеси его ствол.
Держи рот на замке, или я тебя пристрелю, понял? Ты понял? Да. Отдай Питу. Пит? Стрелять умеешь? Да. Покажи мне. Выстрели в камень. Пит, блядь, двумя руками. А говоришь, умеешь? Я видел, как они... По телеку, что ли? Да. Пиздец просто. Предохранитель. Вот, я его снял. Шире ноги. Стреляй в камень. Еще разок. Согласен, что ты во всем виноват? Да. Хочешь все исправить? Да. Убей его. Прошу вас, не надо. Я же ничего вам не сделал. Боссман, нет. Что предлагаешь? Скажем, ты босс. Что ты предлагаешь? Я... Пожалуйста, пожалуйста. Давайте просто свяжем его. Он видел наши лица. У меня с базом есть судимости. Клянусь, я ничего не скажу. Ты ему веришь? Нет, я... Бля, боссман, это в планы не входило. А что входило в твой план? Покупать крэк на денежки папиного фонда? Лишь бы не пачкать свои ручки. А? Что входило в твой план? Ты знаешь, что я не такой. А какой тогда? Ты босс. Вот не забывай об этом. Пит, господи. Пит. Встань туда. Туда встань! Стреляй, Пит! Хочешь к мамочке вернуться? Хочешь работать на меня? Хочешь стать мужиком? Тогда пристрели его. Быстро. Не надо. Я сказал стрелять. В мире кругом зло. Везде злые люди. Бас! Джей, за ней! Сражайся, если можешь победить. А если не можешь, отступай. Насилие, пожалуйста, не надо насилия. Ты слышал, Джей? Не надо насилия, пожалуйста. Что ты тут делаешь? Говори. Машина сломалась. Ты одна?
Одна спрашиваю. Держи ее. Нет. Заткнись. Заткнись. Пикнешь, перережу глотку. А он может. Пойдем. Прошу вас. Она твоя следующая проблема. Я понимаю. Не шуми. Решать ее будешь ты. Не могу. Сегодня ты станешь мужиком. У суки сломалась машина. Наверное, она выстрелы слышала. Давай, Пит, сделай то, что должен. Подожди, а тебе что-то не нравится? Мама учила не разбрасываться едой. Мужику нужно есть. Я ее поймал. Я буду есть первым. Господа, господа, какие ж вы ненасытные-то. Ее не хватит на всех. Хочешь ее? Джей, выбирай. Орел или решка? Орел. Как всегда. Одно условие. Тот, кто ей насытится, тот ее и пристрелит. Ты в деле? Ему не хватает яиц. Я это заслужил, боссман. Дай ему шанс. Может, наш финансист покажет, на что он способен? Да, я в деле. Бойла, нет. Что, эй, Джей? Какая разница? Скажи мне. Давай. Скажи. Увы, Джей. Привелись. Как тебя зовут? Ну, может, ответишь мне? Вот это ее разговорит. Как тебя зовут? Эмма. Что? Я глуховат, знаешь ли. Выколоть тебе глаз. Эмма. Эмма. Красивое имя. Бойла, не трать мое время. Идем, Эмма. Поиграешь со мной. Нет. Идем. Нет. Да. Нет. Нет. Ну-ка посмотрим, что у тебя под капотом. Нет. Нет. Нет.
Все может стать оружием. Все является оружием. Два метра. Ты его не смог пристрелить с двух чертовых метров. Отгони его машину обратно. Постарайся хоть тут не проебаться. Давай заканчивай с девкой. 10 минут тебе. Не-не-не-не-не-не-не! От, блядь!
съебалась куда-то. Она исчезла. Что? Стука исчезла. Как? Нашла ключ. Ты уебок. Найди ее, живо. Я не виноват, это Пит. Заткнись. Пит, принеси рации. Каждому переключите их на 4-й канал. Бас и Джей, поищите ее машину на дороге. А вы двое на том холму. Если увидите что-то или услышите, сообщайте. Пит, рации сюда. Не забудьте их включить. Вперед. Вызов не может быть совершен. Проверьте правильность набора и перезвоните. Боссман, ее машина тут. Но телефон она взяла с собой. Сигнала нет. Ее зовут Эмма Леру. 26 лет. Судя по документам, она из Стелленбосса. Не местная она. Похоже, она взяла что-то из багажника. Погоди-ка. Она перешла дорогу тут и ушла в Вельт. Джей. Гоните сюда. Мы знаем, где она. Пусть Джей подгонит машину. Кто с ее машиной? Нет времени тянуть машину, суки. Ее саму надо найти быстрее, пока не добралась до фермы. Все к дороге. Встретимся там. Боссман. Кто?
И я могу ее выследить. Это ты о чем? Я перепробовал разную работу, ты знаешь. Я проходил курсы рейнджеров. Я ее выслежу. Ну и ну. От бедняги Пита может быть польза. Пошли. Она тут перелезла. И пошла туда. Ты уверен? Надеюсь, следопыт из тебя лучше, чем стрелок. Уверен. Бас, замети ее следы. Не хватало еще, чтобы фермер на них наткнулся. Когда Джей закончит, идите за нами. Все, пошли. Вот что она взяла из машины. Снаряжение для походов. Все следы подтер. Да. Путь чист. Это нам не поможет. Теперь куда, Пит? Туда. Она взяла всего несколько вещей. Наверное, она уже устала. Значит, будет поймать ее проще. Она пить захочет. Бутылку уронила. Думаю, она ищет воду для машины. Значит, у нее нет воды с собой. А я-то думал, ты очередной сын богача, который ищет острых ощущений. Думаю, ей страшно. Она устала, растеряна и хочет пить. Обезвоживание собьет ее с толку. Видите колею джипа? Она пойдет там. Это проще, и она будет надеяться выйти к людям или воде. Ну, посмотрим, так ли ты умен. Но есть другая проблема. Нам тоже нужна вода. Ты был прав. Тогда поспешим. Thank you.
Эмма! 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 Она пошла туда. Я думал, она так и пойдет вдоль колеи. Это интересно. Почему? Может, запутывает? А может, паникует? Прекрасно. Да? Жак? Мани Синикал, привет. Твоя дочь еще водит маленькую белую машинку? Где ты ее видел? На дороге Бокпорт, в 20 километрах от Дёгтя. Похоже, у нее отказал двигатель. Ее самой не видно. Выезжаю. Хорошо, увидимся. Черт, жарко. У меня проблема из-за тебя. Нечего жаловаться. Девушка не дура. Она знает, что мы за ней гонимся. Не зли меня, Пит. Я тебя не злю. Смотрите, она оставила три пары следов. Тут, тут и там. Черт. Придется пойти по всем. Она шла в одном направлении. Туда. Ты уверен? Ты со своей теорией про колею. Я поступил бы так же. Ты не она. И ты далеко не так умен, как думаешь. У нас есть рации. Разделимся. Если найдете ее, сообщите. Хорошо. Если так уверен, где она, иди с Бойлом вот поэтому. Пас, Джей.
Мы с Питом пойдем по этому. Держите связь по рации. И быстрее, пока все не обломалось. Это ее следы. Что ты делаешь? Боссман сказал сообщить. Боссман сказал. Чё ты его слушаешь? Он же псих. Именно поэтому нельзя рисковать. Ну так давай сначала убедимся. Вода — это жизнь, ключ к выживанию. Но от грязной воды ты заболеешь, станешь медлительной и слабой. Я сообщу. Не надо. Какого черта, Бойла? Нет, она моя. Да что с тобой? То есть продавать крэк школьникам нормально? Ломать им жизнь и медленно убивать? Но позабавиться со шлюшкой мне нельзя? Очнись уже. Ты такой же преступник, как и мы все. Если не хочешь марать руки, то ладно. А я пойду и поразвлекусь с ней. Не трогай рацию. Блять, я не знаю. А ты никогда меня не знал и не пытался узнать. Слишком, блять, много комплексов из-за папы. Ты останешься? Дай мне 10 минут. Жак? Спасибо, Мани. Рад помочь. Жаль, что при таких обстоятельствах. Я предлагал ей купить новую машину. Но она захотела в Индию за какой-то кармой. Я ничего не трогал. Кто-то замел следы. Боже правый. Но зачем?
Кто? Что тут произошло, Жак? Пять или шесть человек перебрались там. Эмма тоже. Жак, лучше вызвать полицию. Вряд ли они помогут. Господи, ты о чем? Для начала она направилась домой. Да ей шлепать километров 40. Примерно. Она знает эту область как свои 5 пальцев. Звони в полицию, Жак. Двигатель остыл. Вода из радиатора вытекла. Успело пройти больше часа. Местность труднопроходимая. Полиция не поспеет. Без фокусов или пристрелю? Тогда что нам делать? Она взяла рюкзак моего сына. У нее было время подумать, приготовиться. Надо что-то делать. Я сделал все, что мог, Мани, 10 лет назад. Брось мне воду. Эй! Закрой флягу и бросай сюда. Давай. Ну же! Десять лет назад? Я учил ее всему, что знал. С самого детства. Военным навыкам? Да. Ты был в спецназе? В разведке? Был. 10 лет. Долгий срок. Да, возможно, слишком долгий. Для городской бляди ты не так уж и глупа. Ну что теперь? Думала, наше свидание не состоится, дорогуша? Прошу. Да ладно, Эмма. Посопротивляйся хоть немножко. А? Пожалуйста, ты еще можешь уйти. Прошу. Ладно. Ладно. В мире кругом зло, Эмма. Некоторые вещи делают людей животными. Война, жадность... Похоть. Даже хуже животных.
Расслабься, эй. Тебе самой понравится. Прошу, я не хочу. Пожалуйста, я не хочу причинять тебе боль. Ты не хочешь причинять мне боль? Нет, я правда не хочу, прошу. Раздевайся, шлюха. Смотри на меня. Тебя еще раз вмазать, а? Тогда я сам тебя раздену. Ах ты! Я тебя предупреждала. Снова и снова. Я тебя умоляла. Папа был прав. Некоторые люди хуже животных. Кто ты? Я дочь Жака Леру. Из разведывательно-диверсионного. Я не переставал ее учить. Она сама захотела сдаться в 16. Она быстро училась, Маня. Была целеустремленной, яростной. Тогда я думал, что она злится из-за своей мамы и рака. Целеустремленная, собранная, злая. И с талантом к ближнему бою. Самозащите. К выживанию. Но не к огнестрелу. Возьми оружие, мам. Дыши правильно. Медленно вдыхай, медленно выдыхай. Позволь оружию стать частью тебя, частью твоего тела. Ты и есть оружие. Цель. Ты должна ненавидеть цель. Должна хотеть ее убить всем сердцем. Заряжай. Поднимай. Не спеши. Она так и не научилась стрелять. Не знаю почему. Она не боялась оружия. Просто ни во что не попадала. И я взял ее на охоту. 16 лет. Мы пошли на зверя. Она ранила животное. Затем она посмотрела на зверя и сказала, что это неправильно. Этого не повторится. Никакого больше мяса, ведь животные святые. Никаких убийств, никакой войны. Я больше не буду учиться воевать. Я спросил ее, почему? Она мне ответила. Посмотри на себя, папа. Посмотри, как ты изранен.
Это случилось из-за войны и боев. Белла. Белла. Элджей, это ты? Да. Мы нашли ее. Застрелите ее. Я иду. Все не так просто, боссман. Что? Белла хотел. Он пошел вперед, а теперь не отвечает по рации. Ты его видишь? Нет, не вижу я его. И ее тоже. Белла, какого хера ты делаешь? Клянусь, если ты облажаешься. Она снова уходит, и я до сих пор не вижу Беллу. Найди их следы быстро. Эй, Джей, застрели ее. Ты меня слышишь? Она слишком далеко. Да подойди ближе, идиот. Джей, ты слышишь? Понял, идем. Эй, Джей! Эй, Джей! Я тебя слышу. Звони в полицию, Мани. Пусть пришлют вертолет. Они не успеют до заката. Что ты делать будешь? Такую жару она захочет пить. Я объеду все водопои. Это все, что я могу. А если ее догонит, Джак? Это может случиться. Но может, если они ее разозлят, если доведут ее до крайности, она вспомнит, как приходит в ярость. Она вспомнит все. Тело не забывает. Она все помнит. Надеюсь, ты прав. Я тоже. Белла. Белла. Нет. О, нет. Нет! Буэлла мертв. Что ты сказал? Я сказал, Буэлла мертв. Она убила его ножом. Идиот, почему ты оставил его одного? Его пистолет у нее. Пистолет Буэллы. Ты слышал, что я сказал? И еще кое-что. Я был прав. Она не заблудилась. Она все время шла в одном направлении. Она не так, кем кажется, боссман. Он недоумок.
Надеюсь, рация Буэлла поблизости, и только поэтому ты трезвонишь обо всем. Черт! Тебя зовут Босман, да? У меня есть пистолет и рация. Через 4 часа я позвоню в полицию. Вы от своих машин всего в 2 часах. У вас фора в эти 2 часа. Воспользуйтесь ею. Я буду убивать тебя медленно, сука. Сперва поймай меня, сука. Эй, Джей, выстрели, чтобы я понял, где ты. И не говори по рации. Нам туда. Вот он. Он получил свое. Идиот. Найдите их следы. Там. Стойте. Пошли. Теперь мне придется тебя убить. Ты сама виновата. Ты виновата. Во всем ты виновата. Нет. Скажи, что настиг ее. Эй, Джей. Эй, Джей, отвечай. Двое готовы, сука. Остались 4.
Я заставлю ее страдать. Что с тобой, Пит? Неплохо. Наверное, от воды. Не задерживай нас. Пошли. Быстро. Осман. Там. Вот и она. Попал? Сейчас посмотрим. Смотрите! Она в тупике. Я вас прикрою. Если высунется, я ее убью. У нее 2 пистолета, а у нас 5. Господи, Пит, бесполезный ты уёбок. Это из-за воды. Мне тоже поплохело. Быстрее, пора покончить с этой чертовщиной. Живее! Проклятие. Она стреляет, как ёбаная девочка. Идем. Yeah.
Пит. Пит. Пит, если сейчас же не возьмешь себя в руки, я брошу тебя тут. Ты слышишь?
быть. Джей! 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 Я не хочу никому вредить. Я не хотел в тебя стрелять, помнишь? Ты здесь? Я не хотел. Я был просто водителем. Если ты здесь, так и скажи. Я тебя отпущу. Прошу, прошу тебя. Тихо. Я никого не трогал, я пацифист. Пожалуйста, не убивай меня. Я убегу. Я просто убегу, обещаю. Обещаю. Честное слово. Посмотри. Мой пистолет лежит там, я ничего не сделаю. Если остановишься, я тебя застрелю. Я не обману. На пистолет даже не смотри, понял? Ага. Она здесь! Она здесь! Она убила Джея! Она здесь, в строении! Пит, что происходит? Баз. Баз. Джей, Пит. Вы нашли ее? Вот, блядь! Назад! Лежи смирно, не шевелись. Боишься драться с девушкой? Я научу тебя, как девушка должна вести себя на кухне. Ах!
Мое любимое занятие на кухне. Гладить. Остался только ты, сука. Их можно заменить. Мне больше достанется. Если выживешь. Ну, порадуй меня, куколка. Цель. Ты должна ненавидеть цель. Должна хотеть ее убить всем сердцем.
Я наконец-то научилась стрелять. Как раз вовремя. Теперь я понимаю. Что? Как устроен твой мир? Неужели? Извини меня. Я все прощаю. Люблю тебя.